Судьба найденной девочки в районе рынка Черемушки теперь в руках службы по защите прав детей. Сейчас девочка, согласно процедуре, находится в инфекционной больнице. Специалисты говорят, что возникли некоторые юридические сложности, но мать не против отправить дочь в дом ребенка. Тот мужчина, который представляется биологическим отцом, он юридически не является отцом, поэтому, возможно, сейчас будет возникнуть следующий вопрос о доступе к ребенку. Но в данный момент юридических оснований он не имеет. Но со слов матери в телефонном режиме она ходатайствовала о том, чтобы в дальнейшем ребенка определили в дом ребенка. Чиновница подтвердила, что мать девочки нуждается в серьезном лечении и будет находиться в больнице продолжительное время. Потому она не против отправить двухлетнюю девочку в дом ребенка на полгода. Теперь специалисты ожидают окончательного решения матери.